Заморозка накопительной части пенсии, по мнению специалистов, может стать первым шагом на пути национализации всех пенсионных накоплений и возврата к распределительной системе. Предполагается, что такие меры помогут в краткие сроки заполнить брешь в пенсионном бюджете. Учитывая, что ожидаемого результата по существенному увеличению пенсионного обеспечения за счет накопительной части пенсии мы не получили, когда с прошлого года начали эту накопительную часть назначать уходящим на пенсию гражданам, то правительство принимает сегодня определенные меры для того, чтобы вот эту составляющую накопительной части как-то увеличить. Для чего меняется механизм использования этих денег, меняется и управление гражданами этой накопительной частью и также возможностью перехода из государственной управляющей компании, перевод денежных средств, вернее, по накопительной части из государственной управляющей компании в негосударственные пенсионные фонды или негосударственные управляющие компании. Пока неизвестно, откажется ли правительство от накопительной части полностью. Ее положительный эффект должен был проявиться лет через 25-30, когда собранные таким образом средства наконец начали бы тратиться, а давление на государственную казну, соответственно, начало бы снижаться. Известно лишь то, что те, кто выйдет на пенсию в ближайший год, ничего не потеряют. Их пенсия будет состоять как из страховой, так и из накопительной части. Что будет дальше, как принято говорить, покажет время.